меня в руке самый настоящий полицейский пистолет. А, собственно, чем он отличается от пистолетов для преступников? Обостренным чувством справедливости? Или, может, этот пистолет более гуманен? А, я понял. У него повышенная точность предупредительного выстрела. Ну, вы же знаете, что по инструкции полицейский должен сначала выстрелить в воздух. А вот преступникам в воздух стрелять не нужно. Наверное, в этом, собственно, и разница. Хотя нет. Все-таки загадка. В чем разница? Непонятно. Не так давно европейская полиция сильно забеспокоилась. Хорошо вооруженная преступность стала одерживать верх над полицейскими с их допотопными пистолетами. Было решено спешно разработать конкурентоспособное оружие. Прототип назвали П-2000. Новый полицейский ствол стал сенсацией. И вы удивитесь, именно благодаря уникальному стволу. Сталь для него закаляется при 900 градусах в течение 3,5 часов. Прочность становится такой, что под молот идут уже просверленные заготовки. Сила удара 140 тонн, 2000 ударов в минуту. После такой обработки ствол становится вечным. Из каждой такой трубки получается целых 5 стволов для П-2000. Но для каждого серьезного ствола одной прочности мало. Он должен быть идеально прямым. Конечно, для устранения кривизны есть специальный станок. Но что сравнится по точности с наметанным глазом старого оружейника? Правда, глаз этот работает на износ. За последние 10 лет я уже дважды менял очки на более сильные. А раньше я их вообще не носил. Но нас интересуют другие жертвы П-2000. Насколько он сможет сохранить убойную силу в экстремальных условиях? В этом холодильнике температура редкая даже для Германии. Минус 200. Проведя здесь сутки, пистолет оказывается полностью исправным. Вот так закаляется сталь. Впрочем, намучившись со сталью, все остальное решили делать вот из такого углеродистого пластика. Думаете, мы экономим на П-2000? Плохо вы о нас думаете. Смотрите, это круче стали. Да, пластик получился легкий, но сильный. Теперь все зависит от безупречной сборки. И тут снова решили отказаться от машин в пользу оружейников. 100 деталей пистолета соединяются вручную. Новое оружие для полицейских готово. Знакомьтесь. Но техническими данными не убьешь и мухи. Нужна точность. В этом боксе винтовки и пистолеты наведены точно на цель. Выстрел мимо — это дефект, который фиксируется компьютером. Нагрузка на стволы более 800 выстрелов в минуту. Но точность не падает, даже при повышенном давлении. Индивидуальная пристрелка обеспечивает такую кучность, что только стрелок может помешать пуле поразить мишень. Обидно, что реальная точность П-2000 никогда не превысит 50%. Почему? Да потому что по правилам первый выстрел всегда в воздух.